При проведении проверочных мероприятий по факте крадежу супрацовники милиции раскрыли иншее правопорушение. Участковый Нараулянского РАУСу подвале, які належить работнику мясового сельгаспродприемства, знайшов 15 канистров с афарбованным дизельным палевом. Инцидент отбылся у вёсцы Буда Галоучицкая. Подчас огляду домовладання правоохранники выявили у подвале мясового жыхара 300 литров солярки, разлитой у пластмассовой емистости от 10 до 30 литров. По предварительной информации, данное дистопливо тракторист получил от младшего брата, а точнее 200 литров. Младший брат, работая водителем сельхозпредприятия, получал данное дистопливо для личной автомашины. Личную автомашину использовал для подвоза работников данного предприятия в тех случаях, когда служебный транспорт ломался. В результате в прошлом году за два месяца таким образом он слил в свои личные канистры порядка 200 литров дизельного топлива. Что касается еще 100 литров дизельного топлива, то тракторист пояснил, что он их приобрел у неизвестного лица в неизвестное время, в неизвестном месте. Палево конфисковано, проводятся проверочные мероприятия.